Краш, слоты, ставки на спорт. 100 рублей за репост и 50% депозит. Все это на GetX. Согласен? 100%. 100%. Слушай, ты боксом сколько ты занимаешься уже? Да не знаю. Слушай, я то занимаюсь, то в запой ухожу, то опять занимаюсь. Ну так в сумме, ну, наверное, полгода может есть. Слушай, а может, есть какие-то желания, типа, попробовать себя? Ну, типа, слушай, с кайфом, выступить. Конечно. У меня просто нету подходящего противника, понимаешь? Ну, точнее, есть, они вряд ли согласятся. Ну, они не согласятся. Ну, давай так, если отбросим самого-самого, да? Кто не захочет и кто очканет по понятным причинам. Вот кто, вот номер два есть вообще? Конечно, это Кизару и Мирон. Все, это вот два человека, с которыми бой бы просто заработал миллионы долларов и стал бы событием десятилетия, нахуй. Блин, ну они не понимают. Если кому-то из них захочется много бабок и инфоповод, блять, вы обращайтесь, пацаны, я всегда готов. Пиздец, что сделаем, боже мой. Ой, бля, да это вообще, это... Прошу, кстати, заметить, сегодня ровно 3 года с момента с выпуска «Легендарной пыли», поэтому весь чат попрошу аплодисменты в честь великого легендарного альбома, поменявшего индустрию. «Легендарной пыли», троекратное «Ура», чат. Ура! Ура! А нет, стоп, неправильно, сейчас троекратное «Ура» по-другому надо делать. Итак. Ура! 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 Вот. Хорош. До мурашек. Да, бро. Так, у меня все вроде...